Саженцы розы утра Парижа, выбор эстетов. Сорт пользуется популярностью среди профессиональных флористов и новичков благодаря своим эстетическим качествам. Особенности крупномера утра Парижа. Плотные цветки среднего размера. Окрас цветка – кремовый, почти белый, края малиновые. Растение высокорослое. Отлично подходит для срезки. Стебли прочные, прямостоячие. В холодном климате в период дождей есть риск заражения розы мучнистой росой. Чтобы это предотвратить, нужно с некой периодичностью обрабатывать кустарник специальными составами для профилактики. Роза чайно-гибридная утро Парижа – это кустарники высотой от 80 до 150 см. Аромат у цветов средний. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 10 до 12 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.